Аномальная жара на юго-востоке Китая. Города обезлюдили, а в зоопарках смотрители пускаются на любые хитрости ради спасения животных. Зверей кормят мороженым и устраивают им душ-шарко. Алексей Мурачев подробнее о санцепёке в Поднебесной. Бурые медведи безвылазно сидят в искусственных бассейнах, а зебры и жирафы прячутся под навесом от солнца. На юго-востоке Китая установилась аномальная жара под 40 в тени. И служащие местных зоопарков всерьез озабочены здоровьем животных. Из-за жары тигры едят в 3 раза меньше, чем обычно. Уссурийских тигров в зоопарке кормят чуть ли не с ложки, а обезьянам раздают мороженое. Но больше всего ветеринары переживают за национальное достояние Китая – панд. Черно-белые медведи практически перестали двигаться и безучастно жуют траву, сидя в вольерах. Для них нормальная температура ниже 25 градусов, иначе им нужны кондиционеры. Еще им нужен свежий воздух, не очень горячий и не душный. Настоящим бедствием жара стала и для людей. Улицы прибрежных мегаполисов буквально вымерли. В Шанхае побит температурный рекорд июля. Месяц оказался самым жарким за последние 140 лет. Спасательные службы Китая предупредили население о повышенном уровне опасности. Алексей Мурачев, ТВ-3.